Единая программа и одинаковые учебники. С этого года от Владивостока до Калининграда учебный процесс в школах будет проходить по единому государственному стандарту. Это основная тема и педагогической ассамблеи, которая состоялась в городском округе Щелково уже в 11 раз. Главной площадкой значимого для муниципальной сферы образования события стала школа номер 4 имени Климука. Этот переход является обязательным для всех организаций образования с 1 сентября 2023 года. Он перенастраивает нашу работу, определяет новые для нас приоритеты. Муниципальная система методического сопровождения педагогов в новых реалиях, от модели к практике. Ассамблея проходила в течение месяца, собрала представителей сетевых и профессиональных сообществ, городские методические объединения. Почему нам важна эта конференция? Потому что она дает старт на целый год. Именно сегодня мы ставим задачи, мы смотрим, а с чем мы пришли к этим задачам, к этому новому учебному году. Образование в городском округе Щелково – система, в которой работает настоящая команда профессионалов. В год педагога и наставника вместе им удалось добиться многого, а впереди новые цели и задачи. Труд этих людей невозможно переоценить, и он не остается незамеченным. На сцене в этот день наградили благодарственными письмами Комитета по образованию педагогов за плодотворную работу. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.